Друзья, приветствую вас на своем канале. В этом видео немножко видео будет не по теме рыбалки, но я думаю, такой лайфхак для вас будет полезен. У многих, друзья, есть вот такие вот ключи, и у меня связка рабочих ключей. Зачастую они падают и отбиваются. Вот видите, уже побитый. Вот этот ключ битый, все ключи побиты. Вот эта вот пластмассочка просто разлетается. И вот мой рабочий ключ однажды упал и полностью разбилась пластмассочка. Закрывать и крутить замочек вообще неудобно. И сейчас я вам покажу, как быстренько все это дело исправить. Значит, нам понадобится обычная крышечка и пистолет с термоклеем. Ставим, разогреваем. А пока клеек разогревается, берем шило и делаем отверстие. По серединке сделали отверстие, и нам просто нужно разрезать вот так вот. Теперь берем термоклей и заполняем нашу пробочку. Заполнили пробочку до половины, вставляем ключик. И дальше заполняем всю пробочку. И теперь, друзья, нам остается только подождать пару минут, чтобы наш термоклей остыл. И, друзья, вот такой вот ключик, замечательный, красивый, у нас получается. Не нужно нигде бегать, заказывать новые ключи. Все можно сделать своими руками буквально за 2 минуты. Кому было интересно, друзья, пользуемся, подписываемся на канал. Впереди много всего интересного. Всем до встречи!